Да, мама, ты ей сзади поставил. Сейчас садитесь на маму. А в пушку садитесь, кто хочет. Кто умеет. И кто умеет, да. Вот пришел, хотел с паладина пойти, а тут хуяк уже рейд сорвался давно. Да ему уступит после чего-то. Так, где этот смартфил? Ну, хер. Бегу, бегу. Ну, уже поздно, я допустил. Если есть крылья, то летай. У кого кусок мяса есть в рюкзаке? Пета покормить. Ну, давай глянем. А он у тебя травоядный? Не, мясо. Или он у тебя только... Не, мясо, не, у меня нет. Плотоядный. А, хищный. Не, у меня есть стейк. Подойдет? О, давай, да. А, не, он баф дает, я тебе не дам. Я тебе могу, знаешь, что дать? Так, ну у меня только рецепты есть. Смотки всякие. Я тут тебе что дать ему пожрать. Бананы есть, но он персональный такой выставит. Да он такое не жрет, сука. Я его, ну, нечего тебе дать. Надо было обезьяну приручать. Тут на поле уйти, на брата пало. А, вот ты здесь? Ты тут? Он пильду ответил. Он без голоса. Не хочешь потом фэрэлить из тем места? Не, он без голоса. А, о, бля. Что у него же с голосом случилось? Один поставил РД, но я рэлить я не могу. Болеет. Он знал, что кто-то придет и будет рэлить. Да что у тебя с голосом, Войт? Что ты с ним уже сделал? А, ангина. Ну, ангина, да, тяжелая штука. Прибивайте мага. Что, так сильно гланды опухли, да? Кто там ему место уступает? Смартью, вот сейчас только этот пласт, если упадет, потом пусть идет. Ну давай. Чекайте, что там упало. Пять говнище упало. Смартью можно наградить. Авара, дайте крик на хп, пожалуйста, быстренько. Кто не упали, да? Не упал плащ? Так, ну давайте, берите этого Войда. Войд, ты будешь раздавать всем кулаки. Так. Тебе здесь больше ничего не надо, смертью? Не. Тогда ты просто дал.
Дайте ему ОП этот осколок за сколько я, босса. Я ему дал. Так, где там шкаф, Локи? А, он уже тут. Он уже здесь. А, давайте ему тоже бафы я запускаю. Что, у меня спасения? Ну, уже нету. Мы на ком? А, мы на сорке. Что ему бахать? Я ему сказал клоки. Мой мальчик погиб у врат гнева. Только кинь истерику хотя бы на этом боссе. Как сурка убьем, сразу идем на Вальку. Мырки, сразу спекаешься в ШП, ой, в ШП, в ДЦ, когда бьем этого сурка. Подъем, чем вкусно. И Сумасвод, сразу спекаешься в танка помочь. Не, чумку потом. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он куда кинул, да? Он сказал, чтобы ты его кинул на лут. А сейчас видишь себя? Неважно, умер бы я или выжил. Подожди-ка. Цел и чист. Сейчас я тебя кину. Сегодня я... А так видишь? Бля, давай я тебя кикну. Там тебе снова пати. Он тоже видел. И снова кикну тебя, и снова дам тебе пать. После райда, да? Но. Петь. Трешак бейте. А, мга, можешь трешак не бить. Бей пост. Бесит, шаг. Там трешак танки забирайте. А, вратопал. Выбер то же самое. Я выдержу шпанит. А хотя стоп, нет. А, пойдем на чумку сейчас. Я вспомнил, она же вертопал какой сделает. Не, мне только на леди надо. В смысле на леди? Ну, на лане можно. Ну да, да, на лане перепутал. У меня на профи сделан. Ну, пойдем на чумку, потом на лану. Потом сразу на синту. Ну давайте так сделаем. Всем привет. Здорово. Там запускайте. Танк сразу бежишь, а я решил. В Награнде, рядом с матерью и... Только портал запустить. Помните о чести, герои. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Все, заходите. Там кто-то запутал.
Так, отойду на 10 минут буквально, быстро. Иди, танк, тяни сюда к нам бальку. Мы подождем. Так, нам тянут сейчас вальку, давай, Дека, беги сюда. Бейте точечно вальку. Там подальше сразу водить, потому что там еще одна летит. Давайте далеко-далеко уходим, оттягивайте назад-назад, там еще одна валька летит. Камеру отдаляйте. И все равно бейте тогда сначала одну вальку. Потом вторую сразу забиваем. Твой дай гнев небес покажет. Бейте следующую вольку. Паладины упали. Не бейте, а вы бейте точно. Блять, бомжей сейчас я твою мать. А, падайте. Так, сейчас мы идем на сурка и побежим так, потому что там дохуя трэша. Если вы сейчас четвертый вертал тыкнете, то сразу сдохнете. Поэтому через сурка сейчас пойдем. Я могу, короче, его в бабли отвезти дальше, чтобы вы портанулись типа наверх. А они назад не побегут потом, то мне-то там где-то стоят. Нет, я так уже делал. Ну давай, уводи их тогда. Скажешь, когда их уведешь, а мы подождем. Так. Можем пока. Вы там забафайтесь, вы там забафайтесь внизу, да, на первом. Да, давайте на первом этаже сейчас прибафаемся, а потом пойдем убивать. Вот, пырчик глухой. А он, походу, даже не орка. Вы пока тут бафы раздавайте на первом этаже. А паладин пока дершак уйдет. Дайте по мне молитву. Так, сейчас. Ну что там? Все, давайте. Заходим. А что-то ты их не увел. Ну, стирайте это бизнес, давайте. Короче, ты что-то не увел. Стой, я отвлекаю. Ну, уже поздно, блин. Я ж тебя спросил, что там. Ты сказал все. Ой, бля. Прикольно. Ну. Тут-то ты их не отвел. Все, теперь отвожу. Отвожу. Вот да не, не заходите туда никто. Ну вот. Я упал еще раз. Да, сейчас нет, давайте через рука пойдем. Ну вас нафиг, Саша, не этими бабами, хуя будем. Вон тут ты рыбу ешьте и давайте. Вот тут пробафаемся, идем на третий этаж. И будем там по 10 штук орить на себя. Давайте все сюда. Звездочки становимся и даем баф. Какие-то. Потом все остальное побафаем. Кан, заходи и притворяйся сразу. Погнали, на 40 там догонят. Блять, не туда. Спрашивается, сам дебил. Ой. Я толпоеб. Вы там пока пробегайте и
по одному, по две штуки арить на себя. Бля, мы уже 5 минут потратили. Так, давайте все сюда. Тяните сюда хоть сколько-то. Тернуара убежит. Давайте там станы. Нет, бесов, бесов. Вот, замораживайте, заливайте лы. Это надо гимн на хп. Поднимите меня потом, бомжа. Спасибо. Сразу ее наказываете. Так, где там Валик? А вот она с той стороны, видите. Одна осталась, да? Да, давайте мы еще забьем. Пойдем на чумку. А давайте все свои бросты, что у вас есть. Поднимите потом его. Погнали на чумку. Видите, пока звезду потом. Поднимите. Танки забирайте. Эти следующие. Марки Фрики, отдай пока гимн на ману. Арман, это темп поставьте, если у вас есть. Иди к мне в небес.
Там хроневых 30 мелких мулов. Сразу вонючку тянить. Третья аура. Все, я тут. Угу. Будешь раздавать всем касс. Ну там где? Мы собак бьем. Отлично. А, пупырчик, залей мне ману, хватает. И пускай его поставит. Поджог установить. Нет, не могу брюх. Ну, ВПК забирай. А пупырчик вообще здесь? Он не ВРК, знаю. А ясно. Запускайте ловушки. Резните сначала всех. Мне вот даже ману лучше. Еще огнев не перезывай. Поднимайте павших. Ты дыр поставишь поесть. Я сказал, будет стоять атомным опять. У нас три палок. Не знаю. Хуй знает, зачем им прото, вообще не понимаю. Хай будет. Кастауру назад поставьте, зачем вы тут лёд стоите? Кастаура стоит. Стоит Кастаур.
крест. Могу. Очкар показывает 10% сил. Так каска дает 10%, блять, ко всем характеристикам. Так правда дает 3 средства дамага, процента. Не, оно так-то дает, просто оно не стакается с каской, зачем это? Ну да, да. Давай чекка. Ты не раньше стакалась, блядь. Танки полетели. То пока с вашими бафами. Сколько можно просить? Вот, если что, по возможности можешь раздавать эти персты. Но я ждать их не буду. Там шаман фибрилляция ставишь, что тендом 5. Блять, я в тапках. Забирай там. Бабл. Угу. Ты можешь баллом снять, а бахать попал. То потом станешь назад следника. Так, возьми на себя этого мелкого мба. Добивайте босса. Там рэп летит от Бекита. Он не должен подействовать. Ужасные новости, народ. Гниломорт сдох. Но есть... Кольцо гильдии Кнеон. Ну, у меня Рэнхенов. А боишь, король? Он рулит или нет? Да. Кристинов, вы на мейн? Е, блядь. Читер. Наконец-то хоть что-то, блядь. Запястье вроде. Кому там кровь нужна была, Кентиву? Дай там запястье, никто не ролит, все равно я там пью. Таски он раздает. Были каски, войт, блядь, я их бафал, сука, кретин. Иди сюда, 240 шамана на 1 миллизону. Дайте магам крест, заебали. Все, погнали там.
Так, занимайте свои места. Поставил пометки на шуме. Блин, я думаю, так найти несложно. Тотемы. Значит, да, вот тотемы тоже ставятся по-хорошему. Ну, на одном, да. А... Здесь куда он? Блять, хан. Танк хит хорошо. Там будет выноси к шаманам, а танк стань поближе. Танк поближе стань, класс. Мелики достань. На мелику почему-то повесилось. Так, это последнее, по-моему. Так скажу, прожимайтесь, а тут пал дай саку. И те, кто там саки не сыграл, тоже прожимки дай. Че, прожимайтесь. Стойте на месте. Опять что за говно вот? Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Тоже на окна ехал. Тоже на окна. Никому не додавал, конечно. А можешь мне дать, все равно никто не ролил, а не лучше, чем у меня все равно с ПП. Я этот забрал, как его, кассет. Центр. Спасибо. Дал кому-то я. Не знаю, мне не показано, что ты его вообще задрал. На, проебался. Ага. Поставьте шкаф из бега за ним. Ну ты пистол от себе, да? Угу.
Так, давайте чек на готовность. Дайте шкаф. Локи, поставьте шкаф. КД. Вот тут здоровье пускай ставим. Все, давайте последний чек. Пей куклу, пал. Тебя когда все ловить. Так вы мерцали сразу, готовьтесь заливать зеленом. Давай, бежали. И снова. На замедление вообще было в зеленом отрывании? Да, да, было замедление. На РДД бейте красного, ДК я подниму. Там откол великий не стоит. Пельмени не ловят. Великий, бейте его за зеленого сердца. Сразу в крабдешке убежались. Ну или ко мне. Что-то я не вижу замедления вообще. Да я профа нечаянно кинул. Ну бывает. Идти не принесли. Ветер, да, красный. Ух ты. А чего не будет, уже первого замедляли. Давайте бейте. Переводите, босс. Ер, давайте. Великий 30 секунд холод. Можете уже танк. Все, погнали на стоять.
А, самосвод спекнешься в танк. Поможет танчить шаг, чтобы не попадать там. О, войду. О, иду. Роль давай. А, сейчас кто-то другой сродит. Так, погнали на совет. Кажется, Седдер ролит на Войда, на Гирейде. Нет, я себе забрал, зачем мне забрать Войда? Идите все сюда. Масло, давай здесь танк спекнемся. Самосвод, тебе нужна была колба? Какие колбы, декат, ты че, ладно? Ну, с учетом, что у него синий шмот, почему нет? Я не видел, какой у него шмот. Бейте себе звезду. Рано притяжку дали. Какой-нибудь ДК можете колючек оттянуть. Ну, сейчас у нас танки ловите этого моба на себя. Поднимите щита потом. Танки можете ретершак сначала объем точно на звезду, а потом кророчек, а потом треугольник. Глупые, которые будут овешивать, попадают. Так что бейте точно на звезду. И кильте хорошо танк. Гнев давайте. Там кружочек бьем. Вот лысый пенек не услышал, он глупый, только упал из-за этого. Бейте потом кружочек. Потом тросы задевайте. Потом может тебя уешь. Давай троих приведу. Ну, если ты сможешь, то давай. Естественно. Ну давай, покажи свой скилл. Стойте, меня. Там слева еще один. Ясно, бейте звезду. Не, ну если никто удар. Звезду бейте большого. Большого убьем. Большого убьем. Бейте сначала звезду, я потом мелкий оставлю. Хильте танк хорошо. Замораживайте там, бомжей, да, тоже можете делать, но бейте пока что звезду. Потом бейте кружочек. Сразу кружочки хильте и бейте его. Дайте танкам собирать трешак. Вот Кюзар тоже не услышал, упал. Кружочек бейте. Дота развесила, что танки не могут там лужи покидать, что ли? Потом бейте звезду, как кружочек добьете. Так, уничтожатор упал. Танк упал. Сейчас я подниму танка. Блять, не подниму танка, у меня Берна КД. А пупырчик у нас не РК, у нас глухой силы. Гимн на ХП, да, Этона? Гимн на ХП.
Бейте потом звезду. Кто такой пупырчик вообще? Что это за шурупец? Кто такой? Новенький какой-то что? Не, он старенький. А бейте потом. Он звезду поставил, можете. Там. Насколько старенький? Не знаю, но он давно гильдия. Все можете остальных заливать. Ох, чуть не попадали. Понимаете, фарш. Там бафы раздайте хоть какие-то. Можете танки войти. Бейте звезду. Убивайте все остальное. Тедер поставишь поесть. Лапу дай. Че, Стархарчик? А, протопал, давай ты будешь на двоих. А, ДК на одном. А, ханты на пулю те Талдерама напыпала, рога тоже самое. На пулы спадут, сразу бейте кинетик. Так, рыба стоит, вот, есть. Каску ДК дайте, на них нету касок. Сейчас все с Сидорова нас бафает. Есть каска у всех. На уничтожаторе нет каски. Как это нет, если есть, блядь? Я что, не показываю. Так, все готовы, погнали. Танк ты там можешь. Ты дашь мутку вот здесь как-то. Непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. На Акагера кдешится, можете ее отдавать потом. Сразу или когда на Талдраму придет? Ну, давай помолимся, что он может на Талдраму будет. Так, вихрь. Полдорама. Шепелется, отлетишь. А когда добьем босса, смысл сразу спекаешься в танк и остаешься в танке. У нас паладин будет такое сделать. Ну и потом на вальке
До Вальки будешь там. Поможешь еще отражать потанчить. А зачем три танка? Ну, чтоб мы не попадали. Не, на бой. Ну, потому что нас попал, будет квест делать. Но он просто станет все сторонки и будет стоять, в чем проблема. Но его будет прошибать очень сильно. Там кошмочек нет. Но лучше не рисковать. Лучше потратить эти сраные 2 минуты и убить нормального босса. И потом ему ляжет и снова вайпаться. Ну в танке шмоте будет, кроме щита, какая разница. Ну и что, он будет танчить босса тоже? Как в танке? Да. Да, нет, танчить будет БДК, бля, причем тут протопал. Ну его тоже прошибать будет. Так он в танке шмоте будет стоять, блядь. Так он пускай. Другого протопала здесь не будет шатать? Ну, я думаю, что нет, потому что зеркало-то с него скинется потом. Пиздец. Ну что, давайте убьем, как я сказал, и все. И мурки-фурки, давайте тоже спекнешься в хило. Паладин, на тебя напуливаю. Пупырчик тоже в хило спекать. Не, пупырчик пускай. И Войд в холи пал. А, Войд пускай остается в беде. Сука. Так, бьем большого. Кто-то у нас запустил. Это, по-моему, Хан, да? Бейте звезду пока что. Гнев третий. Да, гнев небес. Раздавайте вот. Меня не слышит. Чуть как-то упал. На пулом. Сразу потом бейте кружочек. Заметку поставили. Бейте. Блять, там маг появился. Пока на себя. Дайте ему стан точечный. Звезде дайте стан. Эти тоже потом загнобить. Потом снова разочек будет сливать, как здесь добьете. Можешь гимн дать, я так устал. Можете отдать. Так. Не исцелил кто-то. То что? Мне кто-то залил, говорю, только что. Ну мы тебя вдвоем залили. Давайте все сюда. Сразу бьем звезду, потом кружочек, а потом ауешь. Хорошо, даже если так, вот допустим, кто-то споймает укус, и когда танк выбежит, зеркало не перекинется потом на мид-зону? Почему он должен выбегать, а не тот, кто поймает укус, не может его? Сагрите трэш! Ну, тоже как идея. Так, секундочку. А, блять, я думаю, хули я хилить никто не играет. Либо на бафхейс. Читу бафы дадите. Чит, ты там где? Бегу. Давай. Ну, в общем, виртуал ты знаешь, как делать квест. А сначала БДК бежит с вертопалом, ловит зеркало, потом ты выходишь. Следующий ДК залетает наверх, вдвоем танчите, и кто там получит укус, укусите паладина. Я на него метку поставлю. Или дайте паладину ассиста, он сам.
Кто квест делает? В общем, Бертопал у нас делает квест. На имя поставлю. Так, вот, кружочек. А, сейчас два танка, бегите. Бегите. Это было неразумное решение. Ну, зеркало он споймал, можешь припал выходить и в БДК следующий залетать. Все, упало зеркало. Но ему просто споймать надо было. Так там хоть бегите, чё. Пробовал выносить. Бегайте с пактом. Леголас опустишь половину потом. Так, там блять. Это на выноси. Куда истерику 50к выжму, не? Давай, спокойно, блядь. Беги, малышка, беги! Лойд, бабл, снимай. Так, давай. Питона, гимн на ману, потом на хп. Подойди. Меля. Сколько тебе укусов еще передать? В любом случае еще разлет. Дай еще два укуса. Ладно, пак, выноси. Выносись. Тогда я думаю, хватит бить, наверное, да? Ну, еще 13 лямов можете побить. Так сейчас эти хуятели просто дотыкают. Да, не дотыкают. Блять, ну меня кусать, конечно, не вариант был, но ладно. Там же три надо, получается, кровоточащие раны поймать, да? Ну, тебе надо три раза укусить. Топ, я тебе дамаг уже, наверное. Я пока два, стоп, я два раза укусил. Топ дамаг, не бейте босса, босса не бейте вообще. Не сова там какая-то, еще всякая залупа, не бьет босс. Че какая-то, да? Че, стойте, дайте ему укусить. Там 22 секунды покурите и хильте сами себя там. Клот, отдай гимн на хп. Клот, отдай гимн на хп. Все, покурите пока что. Кто там бьет? Пэтлок. А, ну ясно. Че ты там, сколько? Ну еще пока не бейте, не бейте. Не укусил. Так, все, он укусил. Можете убивать. Чтобы снесли пак, что ли, шо надо? Блять, я просто кусать иду, блять, вы ж мне не даете. Дайте укусить кого-то, ебаный стрелок. Всё, я... Какая-то подошла, блять, забрала человека, который укусить собирал. Давайте убивайте его, пока меня не загнобили здесь.
Молодцы. Иди сдавай квест, пока время есть. Угу. Захильте меня. Я тебя захилил, что ты плачешь. Думаю, всякое висит. Не вовремя, как повесился. Так, мырки-фырки, давай сразу в ДЦ. Этот оставайся пока что в танке. Идем на Вальку. Лучше умереть.